Иди сюда. Подай, иди, да. Объясни по клопкам. Иди сюда. Год кнопки не нажимали. Так, ну что, не голосуем. Там, где плюс, это за. Там, где минус, это воздержался. Там, где крестик правый, это против. Прекратите. Все понятно, за что голосуем? Включите режим голосования. Плюс это за, минус это воздержался или за? Плюс это за, минус это воздержался. Плюс это за, минус воздержался, а крестик против. Или это наоборот? Всегда так было? Никогда так не было. Давайте протестируем. Я так думаю, что очень многие попутали просто кнопки. Ничего страшного нет, да. Потренируемся. Что-то вы напутали. Давайте поаплодируем, коллега. Спасибо.